Та-дам! Красота какая! Красиво! Красиво! Дорогие мои, как ваше настроение? Столько времени, мы уже столько сделали с невестой, столько делали, делали и не доделали. Дело дошло до теста. Тесто я вам не показал. Думаем, что будет. Все будет хорошо, потом покажу. Что сегодня делаю, кто знает? Двенадцать штук сделаем, чтобы у нас пышнее, красивее получилось. Так что же получится? Посмотрим. Секрет. В общем, поехали. Посмотрим, как все получится, потом все-все вам покажу. Равномерно попробую, смогу делать. Я не люблю это виси, миси. Я же не фудблогер, чтобы виси пользоваться. Я все делаю на глаз. Смотрите, какая красота. Столько блогеров сейчас появились. Дочка делает, невестка делает. Вроде показывает, что они делают. Или нанимает людей. Слушай, настоящие блогеры должны сами делать. Я не блогер и никогда не мечтаю, чтобы меня назвали фуд-блогер. Но я люблю сама делать все. Блогеры, фуд-блогеры должны показать свое лицо, свои руки. Что за мода пошла? Все прям блогеры стали. Все пекут и все ничего не показывают. Я вообще не понимаю этого. Это новый закон или новая мода? Я знаю, сейчас блогеры стали, каталка берет, как будто корова на руках держит. Не умеет даже кататься. Ну, фуд-блогер написано. Как я люблю это тесто. Фуд-блогера вообще по закону. Тесто должен гореть на руках, играться, кататься, не бояться. Вот это фуд-блогеры. А если фуд-блогер сам каталка не умеет держать, какой там фуд-блогер? Я вообще поражаю. Или готово, чужой человек нанимает, готовый дома, берет, крутит. А это кто не может делать, что я готовила? Боже мой, куда мир катится? Куда? Смотрите, какая красота. На меня похоже? Какие они красивые. Ну что, берем вот такое вот. Так что ж ты делаешь? Не скажу. Видно будет. А вдруг не получится. Чё хвастаться? Делаем раз. Делаем два. Три. Угу. Ну как, ничего? Да-дам! Вот и закрываем и подождем твою мать. Ну и что, дорогие мои, хочу вам пожелать хороший день, хорошего настроения. Посмотрим, если у нас получится, я все покажу. А плюс это твоя невеста уже винегрет готовила, борщик наварила, деткам покормила. Борщик наварила. Смотрите, если кто-то хочет борщ, смотрите, у нас сегодня вот такой борщ. Половка стоит. Не забываем. Но мясо какое вы хотите. Так что у меня в ленте есть, как я готовлю борщ. Не забываем? Если что, можете посмотреть. Вы уже угадали, что она меня похожа? Ну, конечно, булочки, дорогие мои. Самое вкусное булочки. Если у меня все получится, я вам все скажу, дорогие мои. Ну, так пока еще шикарно. Слова нету. Ну, конечно, результат надо. Все, сейчас мы поставим духовку, потом вам покажу, конечно, результат. Смотрите, какая она шикарная. Пальцем не тронута.
с Божьей помощью. Пш, 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 пш. Все для вас, дорогие мои. Па, 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 пошла. Пошла жара. Печь надо с хорошим настроением. Да, настроение. Еще это не все. Борщ варили, салат делали. Настроение-то хорошее. Булочки сейчас будет. Сейчас бабушка еще делает шашлык. В духовке шашлык. В тот раз делала в духовке люля, а сегодня делаю шашлык. Муа, пальчики облезли. Муа. Давай делайте для внуков. Не сидите, бабуля, дома на диване это. Давайте, встаньте и делайте для внуков. Скажите, дети, я правильно говорю? Поэтому дети меня любят, поэтому я делаю все для детей. Встань, вместе, вместе готовим. Давайте готовим все вместе. И какие тучи к нам прилетели. Ничего страшного, я хотела помидоры, огурцы посадить. Значит, так надо, не надо посадить. Малиную, черный перец, соль, больше ничего. Я же когда говорю и делаю, показываю, и она очень вкусна. Дети мои кушают все натуральное. Раньше я тоже всяких харахуру сделала. Ну, вкус меняет. Не чувствуешь, свинину ты кушаешь или баранина, или кролика. А здесь все чувствуется. Сейчас вы посмотрите, какие маринады мы сделаем. Смотрите, что у меня есть. Черный перец и соль. И вот мы будем вот так здесь, смотрите, сделать такой шашлык-машлик. Смотрите, это будет просто шедевр. Вот, пожалуйста. Что, дети мои, сегодня булочки кушаем? Давайте откроем, посмотрим. Что бабуля Аруся делает для своих внуков? Заставьте своих бабушек, чтобы делала такой же булочки. Это я поставила, смотрите, девочки, чтобы не сгорело. Хорошо? Вот смотрите. Вот такая красота у нас получилась. Красиво сделаем сейчас шашлыки на духовке. Ну вот сегодня, допустим, дождь, ветер, неохота выйти сегодня на улицу. А внуки мои хотят, а почему не делать? Жопу поднимаем, руки вперед и готовим. Смотрите, уже мариновала. Сейчас будем делать картошку, лук, перец и вкуснятина. А вы посмотрите, какая красота. Смотрите, сейчас мы будем пшикать с медика. А потом, если вас будет интересно, рецепт вам скажу. Сейчас пока горяченький, вот такой блеском делать. Чисто мед, без воды, без ничего. Медовые булочки. Да. Прям вкусно-вкусно будет. Дети же сладкие любят. Вот такая красота. И посмотрите, какие красивые овощи мариновала. Смотрите. Масло, соль, черный перец и чуть-чуть масла подсолнечное. Разукрашивайте, как вы хотите. Мясо уже готово. Сейчас пойдет в духовку. Сегодня у нас это турборежим. Турборежим. У нас сегодня турборежим. Но сначала мы поставим овощ внизу. Вот так. А мясо поставим наверху. Это еще не все. Само вверху. Само. И еще сделаем сейчас 250 градусов. Овощи поставила внизу, мясо наверху. Накрутили 250 градусов. И поехали! Все. Смотрите, вчера мы намочили ночью, вчера посадили, а сегодня уже, посмотрите, деночек не прошла. А завтра еще покажу, какая красота. Уже? Вот так делаем, чтобы быстренько. Уже росточки. Новая модель. Вот так, Свет. Вот так. Все. Фирма Аруся. Посмотрим, как у нас черный бумер или красивый. Какая красота. Ой-ой-ой, это надо, ой, посмотрите, сок потекла, вы представляете, какой натурпродукт. А вот это покажу вот так, смотрите, шашлык готов? Готов. Готовим с любовью! Со своим гарниром. Вот она. Вот, смотрите, какая красивая
со своим соком. Каждому 3 кусочек овоща и свежий лук. Готовим с любовью и подаем с любовью. Боюсь трогать. Она такая красивая. Надо же все-таки показать людей, пока дети придут. Ой, какая она красивая. Ляля маленькая. Смотрите, какая красота, дорогие мои. Ну, вам же уже понятно. Слои какие шикарные. А запах, я ванилин добавила, домашний мед добавила. Короче, готовим с любовью. Ну как, сынок? Вот, красота. Так что, невкусно? Вкусно. Слов нет, отнесли. Вкусненько тебе. Вкусно.